Люди дерутся! Мужчина! 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 На кадрах разъяренные жительницы Караганды. Судя по всему, они не поделили бесплатное место на аттракционе. 1 июня карагандинцев пригласили в Центральный парк. В честь Дня защиты детей всем, кому не исполнилось 14 лет, предлагали бесплатно прокатиться на 4 аттракционах. Сюрприз, колесо обозрения, ромашка и детская железная дорога. Градоначальник заявил, что официально власти мероприятия не проводили. Во-первых, я хочу сказать, что никаких официальных мероприятий в городском парке не проводилось. И мы не проводили. Это был просто массовый приход населения. В то же время с 2 часов началось накопление людей. Об этом фиксировалось и об этом сообщалось. После того, что было уже понятно, что невозможно было соблюдать определенные дистанции, которые требуют решение СЭС, было принято решение о том, чтобы остановить работу аттракционов и всех аттракционов, независимо от форм собственности и кафе. Глава области поручил наказать ряд чиновников за грубые нарушения карантинных норм в Центральном парке. Вынесен выговор 2 заместителям акима Караганды Нурлану Бекенову и Халелу Акимжанову, а также руководителю отдела культуры Баян Нуртаевой. Руководство парка в лице Мадины Ашировой будет уволено. Что касается драки, это поведение этих же людей и этого же населения. Здесь что может быть? Это уже чисто такое поведение этих людей, которые, надо в очереди стоять. И в первую очередь в очереди стоять, соблюдать эти карантинные меры. Это касается не только там директора парка или моих заместителей, это касается и населения. Они тоже должны чувствовать свою ответственность и дистанцию соблюдать. Поэтому здесь какой может быть вопрос? Они их пригласили в РОВД, они друг другу заявление написали, что претензий не имеют, и на сегодняшний день конфликт между ними исчерпан. На грубое нарушение санитарных норм отреагировала и санитарно-эпидемиологическая служба. Санитарные врачи заявили, что 1 июня к ним поступило 7 экстренных извещений на нарушение карантинных мер среди посетителей на аттракционах. В ходе внеплановых проверок индивидуальные предприниматели привлечены к административной ответственности.